Мразь! Gravity Falls — на удивление удачный диснеевский мультсериал, который многие называют ответом Диснея на время приключений. Добрые родители ссылают близняшек Диппера и Мейбл к двоюродному деду Стэну в городок Гравити Фоллс, штат Орегон. Нет, я тоже не знаю, где это, потому что мне лень смотреть на карту. Стэн содержит музей аномального, хижину Тайн, с которой и кормится. Все экспонаты, само собой, фальшивые. Также в хижине работают добродушный Пузан Сус и ленивая раздолбайка Венди. Чуть ли не в первый же день Диппер находит в металлической елке секретную панель, открывающую схрон с загадочным дневником с номером 3, где описана куча аномальной фигни. Большая часть записей в дневнике оказывается вполне себе достоверной. У сериала есть три положительных качества, которые вызывают у меня неадекватно положительную реакцию. Первое. Юмор адекватен и не вызывает желания вышвырнуть содержание желудка в окружающее пространство. Второе. Персонажи не бесят, а напротив, каждый по-своему умиляет. Особенно доставляет, конечно, Мейбл, у которой вместо мозгов загадочная субстанция, генерирующая тонны умильности. В целом, персонажи как основные, так и второстепенные удались или, по крайней мере, не провальны. Третье. Сериал нашпигован пасхалками и загадками, от инвертированного шепота в заставке до шифровок в титрах, или прямо по ходу серии. Анимация выполнена на весьма и весьма приличном уровне, Дисней однако, и напоминает старые добрые мультфильмы конца 80-х, начала 90-х, только на новом техническом уровне. В целом могу смело сказать, что настолько положительных эмоций от детской анимации не получал уже более 9000 лет. И поэтому, если вам по душе время от времени погружаться в атмосферу умильного раздолбайства, Gravity Falls будет отличным способом в нее погрузиться.